На конкурс чтецов дети читают стихи. Ксюша Моржова, 7 лет, город Каменск-Уральский. Агния Барто, дело было в январе. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз, ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка, дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка.